Здравствуйте, здравствуйте. Мы сегодня поиграем в NFC Underground. Need for Speed Underground. Да, первая серия. Первая, блядь, серия. Ну, первая серия пусть будет. Получилось такое себе. Что там что-то с экраном, поэтому здесь в главном меню будет изображение чуть-чуть растянуто. Растянуто чуть-чуть будет. Ничего страшного. Ничего страшного, в самой гонке не будет такого. Обещаю вам, я уже все настроил. Поэтому приятного просмотра. Саша, подобное. Все это кушать, блядь, ночи пить. Воды. Саша, поудобнее, давайте, блядь, прямо посмотрим. А мы начинаем. Да, мы начинаем. О, привет! Собственно, спросите, а почему тут машина-то вот эта? А вот все была уже, а потому что я удалял ее. А что вы хотите? Я удалял, потому что психанул, так ну его нахуй, а потом такой, блядь, у меня же есть NFS точно. Давайте-ка, блядь, в нее поиграем. Поэтому начнем с самого начала, чтобы было бы поприкольнее. Хоть это и вторая серия, ну, мы сейчас быстренько все пройдем здесь. Вроде быстренько должны пройти. Так, чего у нас тут? Так, для начала, знаешь, что я хочу? Сохранить? Блять, я нахуй. Вот здесь, да. Шо хуй, блять. О, не-не-не. А, ну да. Ну да. Дай-ка настройки сделал, чтобы я мог и все эти повороты сейчас сделать. А, звук для начала, конечно. Речь видео вот так делаем. Звуковые эффекты мы делаем. Вот так, наверное, оставляем автомобили. Так, шины, блядь, вот так. Общее вот так. Собственно, что мы сейчас будем делать? Тюнинг и сталинг. Хочешь, чтобы твоя тачка выглядела стильно? Для этого есть обвес. Из любой телеги можно сделать. Здесь ты найдешь все необходимое для того, чтобы превратить обычную машину в гоночный болид. От души, блядь, спасибо нахуй. Спасибо, блядь. Иногда чувствуешь, что твои колеса безнадежно устарели. Здесь ты всегда сможешь приглядеть машинку по новой. Сивик. Ну, Сивик я, конечно, бы взял, да. Ладно, у нас доджи с вами, даже да? Даже из твоей клымаги можно, как видишь, тут есть обвес на любой вкус. Из люб... Где стоимость его, ёбаная? А, о, 1500. Ну, давайте сейчас протюним чуть по-другому его. Хотя вот это мне прям, уф. Да. Вот сюда вот это смотрится 100%. Да, да, да. Дальше. Ну это, конечно, подчеркивать, типа линии вот сюда, да? Бля, ну интереснее вот это смотрится, как будто бы. Типа надутый весь. Бля, ебать колхоз нахуй. Ну давай, ладно, его похуй. Ебать колхозину делаем с вами. Ёбаный рот, блядь. Эш, вот эту снова, да-да-да. Ну, спойлерочек можно, да? Собственно. Ох, ёбаный, смотри нахуй. Ну это прям хорошо выглядит, как будто бы. Дрейдрак. Ну это прям хорошо как будто выглядит, да? Того 300 у нас остался. Это сил тракториста, ебаный, блядь. Капот. Вот КАЗ 300, ебать. Ну, мне хуйня не нравится вообще, блядь. А если без него? Ну, он так и выглядит, блядь. Ну,
Блять, височки какие-то. Стандартная комплектация — это для простых смертных. Бля, вот эти сюда, ёбаный рот, бля. А можно мне сатыгу просто, ну, блядь, вот так вот, блядь, сделать, все, сказать, на, держи, добрый молодец, только зашел, держи. Окей, бля, ну BBC сюда, блядь, ну не смотрится, нихуя, с BBC, блядь. Ну это хуйня, то, бля, ну это, ну такой только есть поставить, не-не-не. Мому, может быть. Не, мому сюда тоже не смотрится, нихуя. Вот Z. Блядь, нет. Нихуя. Ну или вот такие красоты поставить. Было бы прикольно. Такие все поставить. Но мне вот эта хуйня не нравится по всем. Поэтому ставим какие? 15, блядь, хуяно. Ставим сюда NK, блядь. Вот эти, наверное. Потому что эти мне не нравятся. Хотя вот эти как будто бы сюда смотрятся, да? Но они очень теряются, блядь. А вот эти прям, ну, хорошо, разворочки. Прям, ёбаный, блядь. 400, да? Ну, блядь, ладно, все трактористы, понятно, блядь. Let's go дальше. Спринт, дрифтинг, драг рейсинг. Ну, давай спринт ебанем. Конечно, высокий, самый максимальный выбираем, ребят, с вами. Блять, дочь нахуй. Леончик, зачем тебя купил? Разгоняйся, блядь. Ты охуел, что ли? Один круг там есть еще проехать, блядь. Зелененький Леончик, потом будет сюда на первое место, понимаешь? А вы нет. Да ну нахуй. Да ну, да ну! Просто, блядь, ну, просто миллиметры были, нахуй, наверное. Рози, блядь, ну иди нахуй, Рози, блядь. Ничего страшного, блядь. Да, продолжить, конечно. Что за приз у меня теперь? Отлично. Отлично, блядь. Теперь ставим десочки сюда, 100%. Где они, блядь? Вот, не они мои хорошенькие. Да. Не говори, что вот эти... Не, ну вот эти смотрятся тут хотя бы, блядь. Так, что мы теперь можем еще? Мы можем нормально... А, да? А, да, блядь. Ёбан, блядь. Чё, покраска есть, наклейки, блядь. Покраска. Аппликации — это такие огромные стикеры, которые приятно...
Я понял. Здесь можно купить классный спонсорский. Не, мне эта хуйня не нравится вообще. Покраска. Добро пожаловать в мастерскую покраски. Здесь можно перекрасить. Бля, вот такую сделать. Ёпа, ну теряется, реально теряется. Не, зеленый мне больше нравится. Ну погнали дальше, чем, бля, сиськи мнём. Дрифтинг дракон. Алло, гараж. Вообще, мое имя Дерек, но друзья зовут меня... Долбоёбом. Ой. Что? Прошу прощения. Ну шо, ёбана, готова? Я готов. Бля, еще вспомнить, подожди-ка. Как передачу переключать-то я не помню. Подожди-ка. А как мне, блядь, эти... Я понял, окей, давай. Подзабывал, что, блядь, подзабывал? 111? Алло, гараж, вообще... Да иди нахуй. Ну что, готовы? Надо прокачать двигатель 100%. Хорошо, давай попробуем хотя бы вот на средний. Охуенно. Спасибо, блядь, игра. EA Games. Challenge everything. Блядь. Ничего хоть не слетело? Ничего хоть не слетело, я надеюсь, блядь. Нет, ничего не слетело, вроде как. Карьера. Ну, давай попробуем, ладно. Соревнования можно. Давай на вот таком вот. Алло, гараж. Вообще, мое имя Дерек, но друзья зовут меня Клатчем. А как зовут тебя, мне совершенно пофигу, потому что ты все равно проиграешь. Давай попробуем вот на таком хотя бы. Здорово. Здорово. А шо, блядь, мы все, блядь, больше не будем, нахуй.
Все, хорошо. Вроде все заебись. Попробуем сейчас их дернуть. Я переключаюсь. Ну, ты должен сделать что-то такое, блядь. Ну, боже, опять я выиграю. Что это такое, блядь? Гольф какой-то натюненный, бля. Нихуя, блядь, мне интересно так, блядь. Давай заново. Да-да-да, заново. Все, давай, потихонечку играем, блядь. Ну, уже тоже, конечно, не так уходит. Бля, ну гольф пизда уходит. Не, все, на 3 корпуса уходит, на 4. Давайте на легком попробуем. Типа просто не понимаю, как это работает. Можно, типа, когда зеленая стрелочка. Типа, когда зеленая стрелочка, вот эта тема, блядь, обозначается. Что, блядь? Еще раз закрейсинг. Да. Алло, гараж. Давай низкий. Если даже мне здесь вздернуто, пизда. Я там буду гольф таранить, наверное. Давай заново. Даже тут меня, прикинь, дергают. Конечно, на 7,5 мне нужно херачить, понял? Или 7,300 я ставить могу. Бля, гольф, ну куда ты уходишь-то, блядь? Не, гольф. Пизду, блядь. Гольф, сюда иди. Не, он говорит, больше что-то какой-то странный, блядь, 100% он какой-то, блядь, там, да, там, ну да. Ну, сука, сейчас тебе покажу, блядь, подожди. Погнали, да. Погнали, дрифт все попробуем. Потому что, ну, это пизда вообще полная. А может мы будем, нет? Как-то реагировать, блядь. Что у нас еще есть с тобой? Заезд на выбывание есть, а есть дрифтинг. Давай дрифтинг. О, парень, это просто чумага. Да, мы максимально выбираем. Еще один, четыре круга, лучше полторы. Mm-hmm.
поет. Везде проигрываю, блядь. Давай еще раз. Я еще вздерну, блядь. Давай еще раз. Надо, конечно, идеально все пройти, я понял. Так отстаю, прикинь. Сосёте, блядь. Хорошо, давай попробуем на маленькой. На маленькой, блядь, сложности, блядь. Я просто, ну, я хуй его знает, правда. Алло, гараж. Вообще, мое имя Дерек, но друзья зовут... Не-не-не-не, дрифтик. Ого, парень, это просто чумага. Давай на низком попробуем, блядь. Окей, на низком попробуем. Но мне, блядь, интересно, высокий. Мне машина не позволяет, позволяет? Фу, блядь, позволяет, да хуя. Мощности нужно, да, и выбор делать. Чем на первом видите, еле-еле что-то изображаю такое, блядь. Ну хоть тут, блядь, первый, блядь. То есть на среднем еще можно, да, как-то что-то попытаться сделать.
Хорошо. Превосходно. Ты засветился? Хорошо, блядь. Да, засветился нахуй. Нахуй мне тут светиться, блядь, перед вами. Ёбаный рот, блядь. Давай попробуем, ладно, знаешь как? Ну тут мы не можем, да, нихуя, так понимаю, делать? Ну понятно, нахуй. А, нужно, блядь, три. А, да, блядь. А, да, блядь! Блять. Ну мне надо столько выебаться, что ли, по-вашему, или что? Подожди, а сколько у меня? 900. Может, Сивик себе взять? Как думаете? Но он просто типа помощнее, нет? Ускорение ебаное. Или гольфецкий взять. Не, гольф такое, блядь. МХ-5. Я бы Сивик взял. Честно, я бы Сивик взял сейчас. Что он попизже выглядит, раз. И вторых, блядь, он как бы да. Как бы да. Ну давай. А у меня какое? Ну, давай Сивик, ладно, просто. Теперь у нас с вами такая залупа. Блять, на Сивике я хуй знает. Как что? Ну, хотя бы он, блядь, взять непривычный хотя бы, блядь. И он должен, как... Бля, ну Сивик в зеленом. Не. Сивик, чтобы был в зеленом, блядь. Мне, блядь, подписчики не простят. Для Сивика есть два цвета, блядь. Это белый, нахуй, черный, блядь. Ну, мне красный, кстати, выглядит прикольно, он дает. Давай его. Да, и... А, если еще не глянуть. Ой, пизду, блядь. Собственно, чем мы, да, сохраним сейчас с тобой? Погнали дальше. Конечно, блядь. 100%, блядь. Соревнования, да? Дракрейсинг у нас остался и заезд на вбывание. Блядь, дракрейсинг, ну нахуй. Ну, алло, попробуем. Гараж. Вообще... Давай хотя бы на низком попробуем что-то с ней изобразить. О, мою что ли купили? В этом тебе колхоза мужик выйдет. Давай, 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 давай. Опа, нахуй. Тарканходный тут? Куда не лучше по лицу-то, блядь? Сука, я тебя сейчас догоню, блядь, тварь. Ну смотри, мы с гольфом идем уже почти на мирок. А, цечка 7. Да, Сивик, ты должен. Хотя бы ты. Хотя бы ты, Сивик. На 7,5. Ебать, ты сколько, блядечка. Бля, Сивик затащил. Сивик затащил, ебать. А вот не ончик не мог. Вот все. Mitsubishi Lancer? Да ну нахуй, 9-й Lancer или 8-й? 7-й, наверное, 8-й. Бля, хочешь сейчас Drag Racing? Чё меня тут ждёт? Где?
На лансировщик можно что-то. А тут могу, блять, не могу ничего представить, блять, не могу я, блять. Чтобы стать лучшим из лучших, тебе нужно занять первую строчку в каждом из этих списков. Охуенно, блять, спасибо. Ну, давай, ладно, погнали. Давай средний. Сидит, ребята. Блять, ну Эвик нахуй. Эволюшн, блядь. Восьмой, да, Эволюшка такой. А седьмой. Восьмой. О-о-о, блядь. И кругу на самом деле. Давай, 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 Сидит. Ну ты должен, да, брат. Да, Нончик, он там, блядь, и так бедненький, уже старался, что мог. Вот ты-то, блядь, нужен. Сили, ну догони ты его, бля. Блять, ну давай, да ошибись нахуй, Эволюшн, блядь. Ошибись, говорю тебе, блядь. Ошибись, блядь, ебаный Эволюшн, блядь. Нос не так быстро уходит от Сили, посмотри. Ошибся. Я подолкнул, зачем я его подтолкнул? Сосал, ебать. Ты чё? Нихуя, нахуя, блядь. Ты видел? Да. Трэш. Девочки, это трэш. Ебать, там Эволюшн просто таранить начал. Ну, типа, ни себе, ни людям, блядь. Прикинь, ни себе, ни людям, блядь. Всё, Сили затащил. Вот позорно себя пройду прям за 5 метров нахуй до финиша. Ребят, знаете, как говорил величайший? Не главное, какая у тебя машина, главное, какой водитель. Главное, то за рулем, блядь, правильно? Правильно, главное, то за рулем, да.
Бля, все так же не могу, да? Я понял. Что у нас тут еще появилось-то? Турнир новичков. Турнир. Турнир новичков, да? Дай-ка я сохраню сейчас. Ну его нахуй. Игра уже вылетала, я хочу сохранить, правильно? Правильно. Я хочу сохранить, что тут было, поэтому... Хочешь быть в курсе дел, почаще проверяй статистику. Бля, ну мне бы вот этот открыть нахуй можно, блядь. Пока нельзя, видишь? Ну ладно, let's go. Думаю, ты уже слышал про Эдди. Если ты всерьез намерен погоняться с этим парнем, обязательно навести Ти-Джея. Let's go, блядь. Сейчас мы этого, блядь, нахуй Эдди, блядь, хуй Эдди, блядь, объебем нахуй. Как нехуй нахуй. Ладно. Девочки. Между нами двумя. Нет, давай, иди нахуй. Иди нахуй. О, тоже иди нахуй. Это все тяжело. Давай меньше дрифтить. Смотри, ребята, как делать шоу. Сюда и... О, боже, отвлекается все же. Главное. Нельзя я проигрывать, надо два круга всего лишь. Ошибись, ошибись, мужик, ну ошибись. Сука. Блять! Похуй. Не башь. На два круга я их догоню. Но главное не ошибаться, не больше так. Бля, куда не помню, где мяты просто не обогнали, что это, блядь? Бля, это что? Игра? Не, ну так не пойдет дело. Когда игра специально так делает, так не пойдет нихуя. Так нихуя не пойдет, когда игра специально так делает. Один из четырех описан, там можете увидеть время. По крайней мере, ну не так все надо гонять, уже отстает еще. Кару, блядь. Иди нахуй, кару, пожалуйста. Все, все, отстают они. Ничего страшного.
Ну давай, ладно, турнир с тобой пройдем. Блять. Спасибо. Ничего вообще не нравится здесь. Пятая, да? На 3 микс пятый покинь. Он прикольный, если 4, блядь.
Я в шоке, блядь. Следующий этап. Солнце этапа, блядь. Мне кажется, это последний должен быть финал. Срезал, блядь. Нет, блядь. Пожалуйста, пусть мне будет машина. Подуши. Пусть срезка поворот будет. Дрифтер заходит, окей. Где я вижу вообще до маршрута, не вспомнил. Давай. Не пускай вот это, не пускай. Ну. Разгоняйся. Да, было чуть-чуть поздненько, чуть-чуть прям. Что? Тюнинг, наконец-то. Прям миссия, шина. Сосите, потом спросите, блядь. Давай сохранимся для начала, ну его нахуй, блядь. Такое, блядь. Да, конечно, что писать. Как же пусть называется. Давай с тобой, знаешь, еще протюним ее. Она же в обмене только, блядь. Лансер есть. Ну, лансер не хочу. Не Сивик, блядь. Сивик, блядь, он сколько выиграл, блядь. Видал? Пора заняться двигателем. От этих деталей напрямую зависит количество лошадей под капотом твоей тачки. Ускорение, да? Давай. Чем прикол, блядь? Чем прикол ты их, блядь? Вот это, блядь. Допустим. Конеточки. Каким бы мощным ни был двигатель, без хорошей трансмиссии он бесполезен. Кроме того, здесь можно усовершенствовать.
чем прикол-то, блядь? Ребят, напишите в комментариях, в чем прикол этих, блядь, пенных наборов. Давайте раундочку. О, КПП с коротким ходом, стабилизатор КПП, улучшенный... О, бля. Хорошая резина тоже не помешает. Чем лучше сцепление с трассой? Ага, это типа, я понял, это, короче, компания. Ну, Йокохаму, конечно, ставим. Другие, блядь, не ебу, что это, кто это, блядь. А ну-ка, бля. Аксессуары это такие крутые. Ну пока, блядь, да, я понял. Не, мы, блядь, все делаем по-простому очень. Диски у нас есть, кузов. Чем мы с вами тогда еще не проделали? Капот, да? Это уебанство мне не нравится, конечно. Бля, у вас тут сборных нет. Ну все, в принципе, вроде. Ну, вроде даже все. Сохраняемся. Сохраняемся, ребят. А в следующей серии мы... Сколько нам осталось с вами там пройти? О, еще дохуя. 7-11. Все 111 мы должны пройти с вами. Получается, в следующем видео увидим в следующей серии по этой игре. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все ссылки в описании. Регнум канал на ваших экранах. С чатом сайда есть уведомления о видео, когда выходит видео, в принципе, да. Вопросики иногда проходят. Уведомления о видео. Одним из первых узнаешь, или первым, когда выйдет видео, прям в ту же секунду. Уведомления. Так что подписывайся. Вот, подписывайся на канал, ставь лайк. Тебе неприятно, тебе не сложно, не приятно. Это поддержка твоя. Мне. Да. Как бы вот так вот выражаешь, и мне это очень приятно. Спасибо, кто сделал заранее. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.